Здравствуйте, Михаил Петрович! Надя Снегирь, если я не выгляжу уже как Надя Снегирь, вы меня не вспомните. Я сейчас живу в Малайзии. Я познакомилась со своим мужем здесь же, в Малайзии, 5 лет назад. Я работала в отеле, в отделе продаж и маркетинга. Мой муж работал в отеле конкуренте. Так мы встретились, влюбились друг в друга и поженились. Затем, после Малайзии, мы переехали во Вьетнам, прожили там 1,5 года. После Вьетнама мы жили на Сейшельских островах, тоже 2 года. И после Сейшел мы вернулись сюда, в Малайзию, в Кота-Кинабалу. Сейчас мы находимся в национальном парке Кота-Кинабалу. Ну, не в самом парке, сейчас я нахожусь в шале, но который находится в парке Кота-Кинабалу. Если вы знаете, конечно, вы знаете географ, гора Кота-Кинабалу – это самая высокая вершина в Малайзии, это 4099 метров. Туда забираются путешественники, примерно, ну, занимает около 1,5 суток. Я не рискнула, потому что недавно там было землетрясение, я чуть-чуть побаиваюсь, муж мой поднимался. Я до сих пор очень люблю походы, прогулки по лесу, по джунглям, сплав по реке. Спасибо вам огромное за это. За то, что вы привили все равно в нас любовь к природе. И это, наверное, ну, никто бы другой, никакой другой классный руководитель не смог бы сделать. Спасибо вам большое за все. Очень хотелось бы встретиться еще раз с вами, побыть также вместе с ребятами, с одноклассниками. Честно, по всем скучаю. Скучаю по родине. Нет, не скучаю по родине, но иногда скучаю по близким и друзьям. Но есть возможность, я все-таки летаю в Хабаровск каждый год, и ко мне приезжают родные, я прилетаю к своим друзьям, которые живут где-то рядом, недалеко. И надеюсь, что все-таки все так сложится, что у нас получится все вместе еще собраться и поделиться своими жизненными впечатлениями, рассказать свои истории, потому что все-таки любопытно, как у всех сложилась жизнь. Спасибо вам еще раз большое, всего хорошего, главное здоровья. Очень вас искренне люблю и благодарю за все. Пока!